Так, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Глеб, и сегодня мы продолжаем прохождение Call of Duty Advanced Warfare. У тебя есть вопросы? Пришло время ответить на них. До сих пор мы оставались в тени. Наблюдали. Ждали. Нас создали 4 года назад. Лучшая в США международная группа. Наше имя — Страж. Наша миссия — расследовать атаки КВА. И сделать так, чтобы они не могли повториться. Скоро стало ясно, что угроза еще серьезнее. Человек, использующий эту трагедию в своих целях. После этих атак Атлас вышел на новую высоту. Он захватил контроль над портами, морскими путями, трубопроводами. Страна за страной передавала свои важнейшие структуры в руки Айронса. Мы поняли это слишком поздно. Он сомкнул кольцо. В последние 10 дней переговоры разведки оживились. Постоянно звучало одно и то же слово. Мантикора. Атлас готов действовать. Но мы не знаем как. Мы рисковали, вытаскивая тебя. Но ты наш шанс понять, что такое Мантикора, и остановить ее. Так что решай, Митчелл. Ты с нами? Вот оно что! Вот оно! Вот оно, истинная сущность, истинное проявление Айронса. Да. Как-то интересно, кстати, все вот закрутилось. Я даже не ожидал, что нашим спасителем окажется именно вот тот человечек из первой миссии. Да. Я думал, что это будет на худой конец этот, Аид. Так, кстати, заметьте, место не разглашается. Овердрайв, щит, кошка. Вот и он. Сейчас узнаем, на что подписались. Хорошо, что ты снова с нами. Жаль, обстоятельства не радуют. Воюем против бывших друзей. Мы с ними учились. Бились. Я знаю, это трудно. Но ты должна справиться. Это важно. Мы справимся. Да. Штаб-квартира Стража. Кстати, теперь я понял, что это за тима такая. Ну, это я про мультиплеер, если что. Так, одинокому волку дали зеленый свет. От Митчелла мы знаем, что Айронс едет в свой особняк. Там будет встреча на высоком уровне. Я поведу диверсионную группу. Котики будут ждать у точки выхода. Айронс наш приоритет. Проникнем в его дом и поймем, что он замышляет. Покончим с этим. Чё-то не думаешь, что все так будет успешно и радужно, как он объясняет. Это слишком было просто. Нокс, как дела? Почти хакнул систему управления дронами. Пошел. Патрульные дроны отключены. Время пошло. Кингпин, мы у входной двери. Понял, можете начинать. Готовь крюки. Угу. Понял, вы у нас на радаре. Так, ну что, погнали? Воу. Ну, полетели. Вау. Красиво. Воу, 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 воу. Ты куда ушел? Точнее, куда я ушел? Или все правильно? Так. Подожди меня. Не, ну я говорю, подожди меня. Нет, наоборот. Взял, улетел. Что это за человек такой? У меня такое чувство, будто они от меня сбегают. Особняк Айронса. Так вот, что можно получить за 1000 трупов. Я выслежу Айронса. Вы должны быть на месте, когда он встретится со своим контактом. Илона, ну-ка, за мной. Пошли. Кто это? Митчелл, активируй оптику дополненной реальности. Запущено отслеживание цели. Ладно, теперь отметь цель. Это что было? Он назад вернулся? Так. Проверка оптики. Вывожу на дисплей систему управления дронами. Можем отследить любого в радиусе 500 метров от особняка. Ладно, Митчелл, отправляйся в центр безопасности и впусти меня в их систему. Так, окей. А.
Подождите, это часом мне... Этот, как его? Я даже забыл, как его зовут. Лезь в те кусты. Уберем последнего из них. Окей, окей. Пока он подойдет поближе. Мы сделаем это тихо. Иди сюда. Тихо. Неужто меня так не видно? Выруби его. Оп. Ау. Но это вроде как больно было. Я уверен в этом. Ладно, ладно. Тут надо как-то аккуратнее быть. Чё, гасить ее что ли? Ой. Блин, а как тут быть? Может так же? Ну-ка, попробую. Не факт, что у меня выйдет, но все же. Блин, офигеть. Классно. Тогда они круто придумали. Так, а тут как быть? Нам надо туда. Интересно, если я вот сюда залезу, меня обнаружат или нет? Блин. Как-то стрёмно, если честно. Я даже шагу боюсь сделать. Что определенно что-то у меня не получится, я уверен. А ну-ка, если вот через эти кусты пойти... Ну-ка, тут впереди вот еще один. Там... Не стреляй ни в кого, пока он открыт. Нет, я это понял. Просто я тут пытаюсь понять, как мне добраться-то. Тихо. Нам жертвы среди гражданских не нужны. Да я просто цели обозначаю для себя. Так, можно, кстати, сюда пойти. Так, ну тут дроны. Противник внизу. Да-да-да, я же вижу. Блин. Еще дрон этот. Блин, стелс-миссия, ребята. Ой, тихо. Тихо. Ладно, попробуем так. Аккуратно. Вот я вот тоже так подумал, что что-то как-то... Ой, ё, дрон. Про тебя, дружочек, забыл. Не дай бог он спалит. Во весело будет. Ладно. Кто не пьет... Ой, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Хорошо. Иди на крышу. Окей. Дрон, прячься. Не атаковать. Я понял. Да-да-да-да-да. Ну, погнали. Система безопасности защиты всего на пару минут. Не трать тут время. Все понял. Посмотрим, стоил ли план своих денег. Так. Загружаю план в твой костюм. Воу. Даже так можно сделать. Ну, нифига. Куда, куда? Ясно. Назад на крышу. Быстрее, Митчелл. Да я это сделал. Мы вошли в систему. Отлично. Понял. Жду через 10 минут. Встретимся в кабинете Айронса. Илона, ты нужен. Так, надеюсь, я здесь пройду. Давай на главный двор. Держись в тени. Я понял это уже из начала миссии. Как тут только быть? Так, тихо. Тут... Спасибо, конечно. Блин, чего их так много здесь? А, ну да. Естественно, само... Мать его, логово. Ладно, как бы на камушек снова забраться этот. Зря я с него спрыгнул тогда. Так, так дрон меня не палит или палит? Так он меня не палит. А вот как дальше быть-то? Может, сюда? Ну, тут, по крайней мере, тень. Кусты. Тут как-то комфортней. Так, ну, попробуем.
Оу. Черт. Не очень хорошее местечко. Я себе выбрал. Так, ну хоть игра сохранена. Нет, тут их двое. Ну-ка. Так, тихо, ты меня не видишь. Смена через 30 минут. Прием. Так. Ну-ка. О! Черт. Тихо, тихо, не каркай. Накаркаешь, будет плохо. Сюда. Так, о. Да что ты, правда? Вот именно, да что ты, правда? Я почти прошел. Воу. Так. Ой, блин. Я что-то совсем тут людей не заметил. Так, вот тут лучше, да. Так, как бы сюда перелететь? Вот это-то большая проблема для меня. Блин, глазастый, уйди. Так, куда я могу полететь? Могу. Да никуда не могу. Так, что это было? Ладно. Попробуем так. Как всегда, сквозь кусты. Тихо. Это что сейчас было? Фу. Фу. Как бы в те кусты шмыгнуть? Так. Как мне тут быть? Что справа? Так. О! Не знаю, хорошая идея или нет. Блин. Не, ну если это отвернется... Блин. Фейл, ребят. Сори. Занервничал что-то. Фу. Ну ладно, вроде бы... Оу. Я не смотрел просто на это. Я добрался сюда, Митчелл. Нокс, мы внутри. Ты нашел Айрон Сэддит? О, это ноутбук. Начали. Тинк? А, стой, подожди, что я должен сделать? Вау. Это его стол. Начали. Офигеть, что теперь вся информация на столе хранится? Я что-то нашел. Нокс, мы знаем, где будет встреча. В ангаре. Уже скоро. Ангар закрыт намертво. Не вижу, что там внутри. Войти будет непросто. Черт. Нокс, у нас проблемы. Нас отрубило от системы. Я вижу, у них полная боевая готовность. К тебе идет патруль. Убирайся оттуда. Конвой прибывает к северо-западному входу. Расчетное время прибытия 30 iPhone. Секунд. Ладно, 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 иду, иду, иду. Ой! Но ты не мог без меня это сделать. Воу. Ну, как всегда, в лучших традициях Advanced Warfare. Поехали. Вон колонна. За мной. Да. Не, блин, он говорит, за мной, за кем мне еще идти? Кроме тебя тут больше некого. Пошел. Точнее, нету. Пошли, пошли. О, что это мне напоминает? Тихо. Псевдоним доктора Пьера Данва. Доктор Искова. Я думал, он ее в камере Атлуса. Я тоже. Нокс, доложи об этом. Что здесь делает Данва? Понял.
Белами, у нас нарушитель. Что? Что случилось? Прошу вас, мистер Айронс ждет вас вон. Готовы. Пошли. Подожди, не готов. Воу, ты где? Пошли. Куда теперь? Так. Я открываю канал. Подтверждаю. Готов к приему. Всему незадействованному персоналу. Ну-ка, сейчас запишем. Уровень и доложить своему менеджеру. Уникальный номер и код совпадают, проблемы быть не должно. Если гости увидят, что в этом контейнере, у нас будут большие проблемы, доктор. Не спешим изо всех сил. Мантикора термически нестабильна. Она очень нестойкая. Ваша забота меня очень трогает. Я не смогу выполнить свое обещание, если вы... преждевременно раскроете свои цели. Спокойно, Денуа. Ваши деньги уже в паре. С остальным мы справимся сами. Запущена предполетная проверка. Повторяю, идет предполетная проверка. Очистите радиоэфир. Валовной команды. Вот это поворот! Так, я все понял. Бежим! Да беги ты быстрее. Господи. Клади их быстро! Да как нефиг! Убрать их! Вот так вот. Мы дотянемся! Готовься! Да, сейчас. Оп! Тихо! Прячь щит! А как это? Вот! Поехали! Оп. Ой, а ты как здесь оказался? Ну, вот. Да. Бабах! Нет, не бабах. Воу! Я только хотел сказать, где парашюты? Куда мы плывем? Окей. Это уже интересно. А, и все, на этом миссия закончена. Ну что ж, миссия довольно интересная. Причем стелс, я бы даже... Ну что ж, довольно такая интересная стелс-миссия. Правда, очков улучшений что-то мы не получили. Ну, даже не знаю почему. Но давайте-ка мы с вами продолжим следующей части. И что ж, с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Увидимся в следующей серии.